Так, ребятушки, я тут листал топовые каналы и нашел один реально крутой канал, у которого всего лишь 250 подписчиков. Несправедливо, потому что у него на канале 2 дня назад вышел ролик, как легко апнуть легенду, гайд, плюс у него есть как тащить СКР. Это, кстати, для новичков. Так что обязательно подписываемся на его канал и смотрим его видосы. А мы погнали просмотр. Здорово, друзья! Мы сейчас с моим другом покажем кое-что очень интересное. Это у нас обновление 0.13.3. А в чем прикол? А вы поможете прыгать? А я глок закинул как-то за стенку. А как он у меня оказался? Чего? Что? Вот он. Где АВП? Побей меня, я возьму АВП. Окей. Да давай быстрее. Я не могу быстрее, когда у меня калаш в руках не без перезарядки. Ну, Выкидывай сложно. АВП сквозь стену. Давай, жду. Ничего не видно. Ну, то есть оружие не проходит вообще. Ну давай сейчас гранаты попробуем. Так, я закупился, в принципе, флешкой, гранатой и дымовухой. Если пуля прострелится, думаю, Ага, я понял. Так, ну иди к стенке тогда наверх. Лол, шо? Подожди, тихо. Иди сюда. Иди сюда ко мне, ты сейчас увидишь чудо просто. Иди сюда. Смотри прикол. Смотри. А чё я не вижу флешку? Что, А подожди, чё, я... я тоже не вижу. Я закинул, что ее нету просто. Она упала куда-то сквозь текстуры. Есть, Я я не кину. флешку закинул, я дымовуху сюда закинул, короче, вот сюда, смотри, вот сюда. И оно исчезло, вот смотри, смотри. Где оно взорвалось? Ну, флешка сработала на мне. Чё, откуда она выскочила? Она залетела в Нарнию, короче, и вышла, понял? Типа, путь в Нарнию. Чё за жесть просто. А, то есть это полностью... А ну, встань напротив этой стенки. Лол. То есть полностью вся эта стенка... Чё ты видел? Ты видел сквозь стену, типа, да? Полностью. Жесть какая-то. А ну давай еще кое-что попробуем. Ой, надо было М40 купить. Ну ничего страшного, в следующем раунде. Можно вот так вот просто стоять. Я хочу сейчас через... Я сейчас бомбой хочу попробовать. Да блин, не кидай, пожалуйста. Чу! Ты в меня попал, но мне 0 хп сняло, 0 брони сняло. Подожди, тихо. Подожди, я понял. Ща. Я хочу как-то... Нет, она Отойди. сейчас быстрее. А ну Попробуй кинь мне прям калаш. стенку уперся. Ща, иду туда, попробую там. Попробую это там сделать. Так, давай так. Не, ну не проходит. Блин, жалко. Я думал, она тоже забагается как-то. О, смотри, куда она залетела. Она... Чё? Иди сюда. Смотри. Она за ящиком, но она сквозь текстуру. То есть она сквозь текстуру, потому что за ящиком нет такого Да, тут места. пустота. Тут вообще пустота. Она вообще в ящике, то есть получается. Ха, бомба в ящике, нормально. А Как ее ты побить подобрать? можешь? А как ее подобрать? О, подобрал, да, Я могу. поднял. Ну, нормально, я так... А, подожди, это тоже простреливает? А как только что стрелял, как-то так даже пуль не было видно. А ну подожди, стой, стань тут, братан. Стань тут снизу. Давай еще Снизу. 55. Снизу стань. Не-не-не, снизу там, снизу, чтобы я тебя прострелил сквозь пол. Ты сейчас снизу, да? Да, летят. А где ты именно находишься?
Встань под пули прям специально, чтобы я мог попасть в тебя. Давай, давай. Давай. Сейчас перезаряжаюсь. Есть, есть пули. То есть пули есть и на земле даже отражаются? Да, 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 да. А ну подожди, давай ты возьмешь какое-то оружие, и я сейчас там стану. Давай. А то ты что-то не можешь под пули стать нормально. Так, я бегу уже туда вниз. Начинаю стрелять. Начинаю стрелять уже? Да. Чё? Стреляй. Но простреливается, то есть. Сколько у тебя урона? Ну стреляй быстрее, мало урона. Один хп. Все, ты прострелил. То есть простреливается. Нормальный прострел, кстати, топовый. Надеюсь, у меня опять не стыбзят это все, как в прошлый раз. А то у меня бусты стыбзили все. Я с этого угораю прям вообще. Так, ты давай сейчас ты там стань снизу, я с юмпа попробую прострелить. Только, пожалуйста, стань под патроны. Что? Ты стрелял. Ну я стрелял ровно, просто ты ниже стань, куда ты стал? Куда у тебя пули были? Ну ты можешь стать как-то под них? О, да, 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 давай. О, вот, есть. Что ты, куда ты пошел? Я там ниже стою, туда же и стреляю. А че оно не попадает больше? Потому что это ты двигаешься, потому что ты двигаешься, не двигайся вообще. Ну давай под пулю стань, вот видишь? Урон не проходит. А, не проходит, почему? Это я туда же стреляю, просто я. Просто оно не всегда попадает. А почему-то от пистолета, то есть пули не приходят вообще никак. Шаришь типа? А ну дай мне, что у тебя есть? То есть пистолет не простреливает почему-то. Да боже, сколько можно стрелять? Что? У тебя по 1 хп что ли снимает? Лол, что? Что? Что это такое? Что это было, чувак? Что это? Как? Что? Из-за того, что куда там стоит. Из-за этого мало урона. Ну там, короче, и дерево простреливается, и бетон получается, еще и в ноги только я попадаю. Не, ну как ноги. Ну да, точно. Я сейчас в шоке, то есть типа, лол, чё? А чё он, я вообще-то что? Подожди, а ну попробуем еще раз, иди сюда вниз, пожалуйста. Я вроде не покупал. Нет, ты должен внизу стоять, иди сюда, ко мне на мид. Стань вот тут, попробую тут стать. А, ну да, она будет прощаться. Не, а чё у меня экран... А, всё. У меня чё-то экран завис, лол. Так, ты там, да, стоишь? Да. Видно патроны? Да-да-да, стой, стой, давай. А ну, о! Ну тут быстрее. Тут, да, тут намного больше урон. Тут я где-то за 4 пули, а там где-то за 50, наверное, убил. Ну, в принципе, нормально так... Да, то есть там можно. Да, нормально, нормально, кстати. А ну давай еще одну фишечку и все. То есть на этом хватит. Давай я еще кое-что проверю. Очень интересно. Смотри, ты должен встать. Сейчас я себе примерно поставлю. Если с этого угла нужно стрелять, то сюда. Встань вот тут, на мое место. Иди сюда вниз. А где ты вообще? Не внизу. Там, где ты умер. Встань вот тут на это место, прям на вот это. Вот, ты не туда вообще стал. Вот туда, стой там. Ща. Есть пули? Я стреляю. Чё? Нет, сейчас нету. То есть видно пули, но ты не можешь, у тебя типа рукожоп или как это называется, я не помню. Типа ты не можешь встать. Это ты просто... Я вообще-то в одну точку стреляю, алло. Подожди, эти пули, наверное, урон не достают. А ну давай еще раз, давай.
Ты сейчас плитку стреляешь. Сейчас, подожди. Да лол, ну... То есть они типа проходят, но они урон не наносят, да? Получается. Ну давай я сейчас буду стрелять. Чё? Смотри, они... А, это я калашом стрелял. А, то есть они не проходят, забей. Ты не калашом стрелял. Забей, твоих патронов, твоих пуль вообще нету, чувак. Твоих пуль вообще нету, ну забей, забей, это уже такое, знаешь, типа, не очень. Что-то не работает. Ну, в принципе, всем спасибо за просмотр и всем пока.